Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартирку, просторную, дизайнерскую, под ключ. В хорошем месторасположении района Махмутлар. В этой стороне у нас море, так что квартира юго-восточная сторона. Эта сторона, где я стою, у нас южная. В той стороне у нас маркеты 3 Эмигрес, под этим зданием Шок, Бим, рестораны, известный ресторан Сарысой находится рядом, известный проект Торос с большими балконами и комнатками. Вот такой балкончик у нас. Проект был сдан в 2006-2007 году. Здесь 14-15 лет проекту. Есть открытый большой бассейн, генератор. Улица Ататюрка проходит рядом. Зона отдыха в той стороне у нас. Этаж второй, как третий. Вот. Парковочные места для велосипедов. И в той стороне у нас вход. Так. Балкон я вам показал. Сейчас покажем быстро квартиру. Вот. Закроем двери, чтоб не шумели. Так. И вот, дорогие зрители, гостиная комната. Почти отдельная кухня. Вся мебель, техника у нас новая. Так, вот бытовая техника фирмы Altus полностью. Скажу сразу цену, не буду томить вас. 103 499 евро цена этой квартиры. Прихожая. Есть торг. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Также покажу вам прихожую здесь, именно в коридорчик. Вот такой коридорчик. Лифт у нас в этой стороне. Один лифт. И лестничная площадка. На этаже 4 квартиры. Так. Здесь у нас спальня. Дополнительно смотрит в сторону, в восточную сторону. Также там у нас сеть магазинов А101. Наверное, уже многие привыкли. Бим, А101, Шок, Мигрес, Карфурса. Это сеть магазинов в Турции. Итак. Портфель у нас большой. Приезжайте в Аланию. Заранее звоните и найдем то, что вы ищете. По самым оптимальным ценам, по квадратуре, по планировке. Я плохие варианты не предлагаю. Также, кого интересует новые проекты для инвестиций, у меня есть весь портфель. Я его не снимаю, ролики именно проектов, так как времени нету туда ехать смотреть. И бюджетные варианты, и первая береговая летняя, и люкс, и роскошь, москошь, все есть. Вот. Я их отделю, то они... Так, наверное, обратно. Лето. Так, у нас тут санузел второй. Мраморная столешница. Какая столешница? Мойка, то есть. Мы привык я к столешнице. Душевая кабинка. Люлюшки нету, надо одеть.
Жилая площадь вместе с балконами здесь где-то 88-92 квадратных метра. Балконами вместе. Тот балкон у нас большой, этот поменьше, можно застеклить. Теплая сторона, так как восток, солнце оттуда восходит, идет и исчезает в ту сторону. Расстояние до моря максимум 469 метров. Отмерял по карте Google до воды. Может быть и 449 метров. Итак, айдат, дорогие зрители, здесь у нас 250 лир. Не знаю, такой вот айдат. Бассейн, зона отдыха, генератор и ухоженный просторный сад. Цена квартиры 103 499 евро. Пишите, звоните. Плюс 90-555-064-9110. С вами была Гаси из Солнечного Ланя, район Махмутля. Всем пока-пока.